Санкт-Петербург, Москва, Чебоксары, Новосибирск, Самара, Астрахань. География городов, жители которых посещают Севастополь, чрезвычайно обширна. Как проводим праздники? Вот гуляем по вашему городу, получаем удовольствие. Сегодня на панораме были. Да, на диораме. На диораме, да. Потом Малахов курган посетили. Да. Вот мы покатались на корабле. На кораблике. В музей сходим, в панораму, диораму. Мы планируем по набережной пройтись, по центру и заглянуть там, где работают интересные места. Графская пристань, памятник затонувшим кораблям, ну, это самые знаменитые места. И в Херсонес сейчас поедем. Панораму смотрели. Обязательно это самое, как называется, Херсонес. Графский приз. Достопримечательностей много. Нахимов. То есть история вся здесь. Давнишняя. А вот севастопольцев, которые прогуливаются по набережной или отдыхают в парке, сейчас не так много. Кстати, на море они пока не спешат. В лес иногда ходим. Вода будет теплой на море. Вода еще холодноватая. Наиболее такое хорошее место, энергетически чистое и притягательное, это вот Приморский бульвар. Обязательно смотреть фейерверк вот здесь, на Приморском, чтобы огни салюта падали в воду и на голову к нам. Я вообще обожаю наш город, наш Крым, езжу по Крыму. Я, например, ходила на Малахов курган. Кто-то из туристов первым делом идет на Графскую пристань, фотографируется и любуется проходящими мимо катерами. А кто-то спешит к памятнику затопленным кораблям. Считает, что именно эту достопримечательность нужно увидеть в первую очередь. Впечатления от Севастополя у отдыхающих неоднозначные. Ну, немножко обветшалый ваш город, конечно. Я, честно говоря, первый раз в Севастополе. Думаю, что как-то вот такой главный порт там на Черном море. Я думаю, что как-то будет понаряднее. Мне вот лично всегда нравился Крым. И поэтому сюда часто ездим. Очень приятно. Тепло. Вот. И видно, что все отдыхают. Пляжи грязные. Омега вообще запущен. Он не в строю, кстати. Севастополь – это особый город какой-то. Такой, знаете, очень красивый. Что называется, это русский дух. Вот как говорил Пушкин, да, здесь русским духом пахнет. Yep. Все такое хорошее, оно как-то сконцентрировалось здесь. По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, планируется, что за год полуостров посетят более 6 миллионов туристов. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.